Итак, начнем. Ветхие сети дали течь. Порядка 200 человек в Бийске остались без тепла и горячей воды из-за порыва на квартальной трубе в районе переезда. Специалисты сибирской генерирующей компании устранили дефект лишь глубокой ночью. Дефект на квартальных сетях диаметром 57 мм энергетики выявили днем. Незамедлительно на место выехала оперативная бригада сибирской генерирующей компании. Ближе к вечеру порыв устранили, однако во время запуска ветхие трубы не выдержали. Около 141 дома по улице Трофимова снова был обнаружен дефект. Пришлось опять отключать потребителей от горячего водоснабжения и отопления. В итоге заменили почти 4 метра прохудившейся трубы. Ночные работы велись при температуре минус 16 градусов. Полностью завершить работы удалось примерно в половине первой ночи, после чего 5 жилых домов снова подключили к теплу.